Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня мы продолжаем играть в Брикрикс. И сегодня у меня такая идейка, я ее вроде бы вычислил в комментариях, а может быть она пришла мне во сне, я точно не помню. Мы берем здания, берем кастомные здания, которые делают какие-то люди, и смотрите, что мы с ними делаем. Дверь открывается. И мы в эти здания вот такую вот пачечку пропанчика, пачечку динамитика вставляем и будем проверять, как это все дело взрывается и что будет с нашими зданиями. А давайте пока посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Это отделение полиции. Здесь какая-то странная клавиатура с цифрами 1, 2, 3, 4. Очень непонятно. Так, здесь обезьяне, стрельбище. Здесь есть стрельбище, друзья. Посмотрим, что здесь. Так, здесь можно пострелять. Здесь следователь. Давайте посмотрим, что там есть у следователя, друзья. Так, немножко как-то темновато. Ой, блин. Блин, там флаг России. Так, а как на второй этаж подняться? Ага, вот лестница. Сейчас посмотрим, что там внутри. На втором этаже. Столовая, генерал. И все. Давайте посмотрим, что там у генерала. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Блин, круто, круто. Круто. Ладно, давайте посмотрим теперь, как все это дело у нас будет взрываться, друзья. Я замедлил время. Давайте посмотрим. Я просто пока что молчу, хочу посмотреть, что будет дальше. Смотрите, взрыв так разрастается, интересно. Здесь больше ничего сильно так не отвалится или как? Потому что как-то не похоже, не похоже, что взрыв прям такой уж сильный. Давайте чуть-чуть ускоримся. Ну, давайте ускоримся полностью. Ну, на самом деле, друзья... Ой, блин, надо уйти отсюда. На самом деле, друзья, не знаю, как-то слабоватенько получилось. Пишите в комментариях, как вы считаете. Блин, но все зависло. Видимо, дом куда-то отпрыгнул. Так, ребят, давайте все-таки посмотрим, что все-таки случилось. Как-то непонятно. Он слишком отпрыгнул. Так, ну внутри на самом деле разруха полная. Внутри разруха полная. Я туда даже не могу попасть, плюс через камеру залететь. Да, ну внутри все выглядит достаточно ужасно. Давайте попробуем еще раз взорвать, только уже без замедления. Итак, друзья, ну что, смотрим. Ну, как-то слабовато, я вам хочу сказать. Наверное, надо побольше пропанчика засунуть. Давайте я попробую в него же побольше еще засунуть всякой взрывоопасной хрени, и я к вам вернусь. Итак, друзья, добавил побольше пропанчика. Вы можете видеть, что он теперь на всех этажах, не только внизу. И давайте посмотрим, что будет. Давайте опять с замедлением попробуем, во-первых. Вот это мне уже нравится больше, друзья. Вот это бомбануло как надо. Блин, это, знаете, как будто какой-то... Ну, вы поняли, какое слово я хочу сказать. Я его говорить, естественно, не буду. Давайте увеличим скорость. Но, в принципе, взорвалось достаточно реалистично. То есть оно взорвалось и начало так гореть немного. Сейчас оно должно немножко пообваливаться. Можно посмотреть, попробовать, что там внутри. Но это, конечно, вряд ли. Это я, конечно, загнул. Так, давайте попробуем зайти все-таки внутрь, друзья. Так, что тут у нас? На второй этаж надо попробовать подняться. Нет, не получится. Короче, в общем... Ну, в целом, достаточно прикольно, как мне кажется, взорвалось. Давайте попробуем выбрать другое здание и взорвать уже его. Итак, друзья, ну а теперь я взял вот такой вот небоскребик, в котором на одном из этажей я заминировал вот столько вот поставил этих бомб С4. В общем, ребята, мне кажется, это должно быть очень жестко. Давайте мы... Надо отдалить, блин. Нажать паузу. Взорвать. Ах, блин, я кнопку не поставил, дурак. Итак, все, друзья, я поставил кнопку. Сейчас будем смотреть на эти взрывы. Так, немножко вообще замедлим. Так. Ох ты, блин. Блин. Вот это выглядит реально круто, ребята. Выглядит реально круто. Сейчас посмотрим. Что-то там отлетело. Так, где именно сам этот этаж? Ну, как-то на самом-то деле выглядит круто, но... Особо-то ничего и не взорвалось. Проблема вся в этом, друзья. Серьезно, посмотрите. В целом вся башня целая осталась стоять. Только FPS весь просел куда-то. А, она подкосилась снизу. Блин, давайте попробуем тогда снизу. Снизу сейчас попробуем еще добавить вот этого динамита и посмотрим, что она скажет на это, друзья. Итак, друзья, ну все, первый этаж я тоже полностью заминировал. Вы можете видеть это на своих экранах. И давайте посмотрим, что сейчас будет. Замедляем полностью просто. Давайте и посмотрим в самой замедленной съемке, как это будет происходить. Пока что, честно говоря, непонятно. Ну ладно, давайте все-таки немножко ускоримся. Вот, сейчас уже что-то... Ух ты! Они вот там вот внизу по цепочке, они там не все сразу взрываются, они по одной. Ну сверху, блин, ну выглядит, ребята, посмотрите, выглядит это реально эпично. Я примерно какую-нибудь такую даже
превьюшку поставлю, мне кажется, будет достаточно круто. Так, посмотрим. Можно, давайте ускоримся полностью. Так, нижние опоры. Вот, взрывается, взрывается. Блин, FPS-очка, конечно, нужен для таких взрывов, конечно, комп нужен намного мощнее. Но смотрите, в принципе, то, что мы хотели сделать, у нас получилось. Все опоры сломались, башня села, и сейчас она должна завалиться. На самом деле, я думал, что вот эти вот, на этом этаже, где вот эти вот, что они взорвут, и что здесь все так вылетит, разлетится. Но ни хрена подобного. Очень обидно. Очень обидно, но зато снизу все жестко. Просто подгорело, она сейчас должна упасть, ребята, посмотрите. Сейчас должна упасть башенька. Падение банальной башни. Как-то она, конечно, не очень реалистично падает, но... Еще паровозик такой, би-би, мадафука. Но упало, ребята, мы, в принципе, все, что хотели сделать, мы сделали. Я думаю, с этой башней можно закончить. Давайте последнее здание какое-нибудь выберем на сегодня, да будем заканчивать. Итак, друзья, ну а следующий домик, в принципе, некоторым из вас знаком. Я его обозревал в одном из обзоров домов. Было дело, я его даже взрывал. Но теперь, это, короче, дом Симпсонов. И я добавил в каждую комнату по несколько мин. Поэтому давайте посмотрим, как это сейчас все дело взорвется. Естественно, мы замедлим. Сначала с замедлением, потом без. Давайте, поехали. Ух ты, гараж просто. Гаража нет, минус гараж. Блин, пока что это мне нравится больше всего. Там еще сзади, кстати, взрывается со всех сторон. Сзади вынесло стену. Как вы можете видеть, дом сейчас подпрыгнет. Мне кажется, он реально развалится на большие кусочки. А мы такие сидим. Она нормально. Так, давайте немножечко ускоримся. Давайте до 0.1. Ладно, вот так нормально. Ох, ребята, ну вот согласитесь, вот ради такого и стоит жить, стоит играть в Brick Rix. Я надеюсь, если вам все понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк. И, кстати, пишите свои идеи по поводу этой рубрики, что добавить, что убрать, потому что, мне кажется, достаточно прикольно получится рубрика. Давайте увеличим скорость. Может, мне стоит побольше туда ставить этих мин, может, еще что-то. В общем, пишите свои предложения. Но загорелось достаточно прикольно. Давайте теперь точно так же, только уже без замедления. Итак, друзья, ну что, смотрим. То есть вот такой маленький, на самом деле, взрывчик не очень сильный получается. Гараж только в хламину. И вот там задняя стена, я заметил. Здесь вообще в целом все нормально. И вот эта вот стена, да, просто ломается. Ну тут на самом деле жестко. Если так в жизни будет, то это прям не очень хорошо на самом деле. Потому что, можно сказать, дом на свалку. Здесь дырка получилась. Так, главный вход. Давайте попробуем зайти и посмотреть вообще, что тут да как. Так, вот тут мы можем пройти. Да, ну здесь вообще вот этой части дома практически нет. Интересно, мы сможем подняться на второй этаж? Здесь горит, блин. Ай-яй-яй, горячо. Нет, я умер. Ладно, друзья, давайте, наверное, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх. И новая серия по Brick Rix не заставит себя долго ждать.